парни, всем привет, с вами Дава. И мы также находимся в кальянной Хука Гейм 24 на Новых Черемушках. Почему мы здесь так часто находимся? Потому что здесь у меня есть своя студия. Теперь уже моя студия. Раньше это была комната, походу, для гостей, теперь нет. Так вот, сегодня у нас будет обзор двух кальянов. Это Avion Smart и Avion Stick. То есть две модели. Одна бюджетная, одна... А вот насоси на новый кальян Smart от Avion. Сосать придется долго. Да? Собственно, идет он вот такой коробочке. Вот такая колба шла к Smart. И вот такая вот красивая, какая-то интересная колба шла к Stick. Но как бы Дава без брака... Можно не удивляться, брак здесь есть, а может это и не брак, я не знаю. Тут такие линии на колбе непонятные, как будто, знаете, когда наносили, оно все расплылось. Я не знаю, брак это или нет, но смотрится это очень круто. Колба перламутровая, переливается и очень-очень круто, да? Так, в одной чашечке я забил босяцкое яблоко а-ля «Северный привет». И в другой чашечке у меня Trinity со вкусом красный вельвет, да, собственно, у нас здесь две чашечки, есть два кальяна, и еще мои чашечки стоят, Дава бренд, которых курица все пиздато, пиздато, заебато, и вы можете забыть, что такое перегрев раз и навсегда, да. Также компания Avion прислала еще свои чашечки, собственно, вот такой вот у них модельный ряд, очень прикольный, звенят, темная такая глина. Очень крутые чашечки, немного неровные, но я вижу, что их крутили, это ручная работа, да, их причем прям так крутили-крутили. Так, ну, мы их положим в сторону, чашечки хорошие, но нам пока не интересно, когда у нас есть такие ебейшие кальяны, ребят, да? Так, запомнили, в одной у нас Trinity, охуенный табак, родом из Санкт-Петербурга, во второй чашечке у нас Северный Босяцкое яблоко, родом из Челябинска, да? Ну и, конечно же, все это мы сейчас будем курить. На угле Фанкони. Вы скажете, да, вот ты заебал, столько рекламы напихал, пиздец, да? Но у нас есть кальяны Avion, и среди них нет рекламы. На них я еще не курил, я их только забрал с транспортной компании, налил воду в колбы, забил чашечки и готов, собственно, взрывать. Давайте, наверное, самое интересное, самое ебейшее оставим напоследок, а вот самое дешманское сейчас, собственно, и откроем, да? Avion Stick а-ля палка. Но, ребят, я вам подскажу маленький лайфхак, как из палки за 3000 рублей по факту, да, сделать пиздейший, охуевший, мама не горюй, кальян. Есть такая компания, как Maravut, многие знают, да, которые делают декоративные насадки на любой кальян, абсолютно на любой, главное скинем только размеры, либо модели, и они для тебя сделают накладку. То есть ты покупаешь... любую палку, грубо говоря, и заказываешь у ребят из Maravut, собственно, на них насадочку. И получается заебись кальян эксклюзивный, да? Собственно, давайте мы сейчас пока все это подвинем, а угли у нас готовятся, а угли Фанкони. Так, давайте открывать и смотреть, что у нас в нем есть. Собственно, палка не палка, но коробка есть. Да, тут есть... давайте, стоп. Давайте вначале посмотрим, анбоксинг сделаем, да? Так, комплектация. Шахта, блюдце, порт шланга, пластиковый шарик, резиновый уплотнитель порта, силиконовый уплотнитель для чашки, силиконовый уплотнитель для колбы. Дистрибьюция в любой магазин мира. Avion Stick. Вот так все это, собственно, у нас внутри выглядит. Есть шланг. Давайте мы посмотрим, чем нынешние дешманские кальяны упаковывают, комплектуют, блядь. Так, это нахуй туда. Так, хороший шланг, очень тоненький, правда, будет заламываться у вас, прям реально будет заламываться, да? Но это soft touch, блядь. Так, да, с этим мы разобрались. Так, кальян выглядит так, но знаете, ребят, я вам скажу так. Для палки, и то, что он полированный, причем нихуево, да? И смотрите, какой диффузор симпотный, блядь. Он охуенно выглядит, стоит он копейки. У него есть вот такие вот шарики, вертикальная продувочка, есть коннектор, полицеталь и нержа.
321-я медицинская нержа, 321, не 3, не Аиси 320, а 321-я, это чуть повыше качеством, да? Резьбушечка, все окей. Так, у нас есть на сюда резиночка, у нас аккуратная, красивая. Есть резиночка вот сюда. Угу, собственно, выглядит уже симпотно. А, здрасте, бля, не залази, нихуя. Здрасте, мордасте, блядь, ну ладно. А, палка мундштук. Угу, угу. Так, я сейчас распакую, не торопимся, ребят, не торопимся. Так, пришел мой Кент. Можешь накинуть на чашечки, пускай греется. Где чашки? А, вон они стоят. Короче, ребят, мне, бля, это реально не по силу, бля, у меня нет инструментов, которые можно было бы это снять, да? Но не суть. Оставим так. Так, что у нас здесь? Все. Да, все, смартик у нас разобранный, да? Короче, так, покурю, типа, а-ля стерильная медицина, вся хуйня. Ну, короче, если подшаманить, то как бы будет все окей, да? Пускай так стоит. Покурить нам хватит. Так, давайте поставим на него блюдце и посмотрим, как это все выглядит. Кстати, что касается блюдства... Блюдство не палка. Очень качественно, изогнуто, красивенько все. Одевается тоже все красивенько, четенько, сочненько. Так, да? Так, со смартиком мы определились, со стиком, ну, палка как палка, да? Кинул палку, да, пошел. Вот так сделаем, да, парни? Ну, бля, ебать, ну, а хули делать, а хули ебать? Я ебаться сейчас, ну, явно не хочу. Так, коннектор у нас на орингах, вот здесь я вижу кусочек недоработки чуваков, которые, собственно, его собирают. Вуаля. Да, здесь есть... Когда вырезали все это, походу, немного не заметили, когда укомплектовали и проверяли ее. Так, ага, первый минус вижу то, что вот такое расположение коннектора не совсем удачно в данном случае. Ну а хотя хули ты хотел, блядь, за от 3 до 4 тысяч рублей. Тяга, ну, пока нормальная. Так. А теперь, парни, вы готовы кайфануть? Прям реально кайфануть. Это Avion Smart. А, кстати, я только недавно вспомнил, когда уже кальяны забрал, приехал, посмотрел их, я вспомнил, что ведь в компании Avion у меня были терки и мутки. У нас был какой-то непонятный конфликт, я даже не помню из чего, но я дико хейтил их кальяны на тот момент, а это было почти, может быть, 2 года назад. Но из-за чего, я не помню. Вот так это все открывается. Здесь, собственно, брошюрки для меня лично. Я их сейчас попозже вам зачитаю. А, про характеристики этого кальяна, чтобы вам было все понятно. Вот такой вот поролончик. И вот так вот, мать вашу, сочненько все это выглядит. Давайте теперь всю эту красотень собирать. Так, начнем с основания. Здесь очень крутая вертикальная продувочка. Собственно, вот он, Avion Smart 0999. И, собственно, мой логотипчик Дава Дым, да? Весит все это хорошо. Так, здесь очень много шариков и очень много маленьких деталей. А-ля такой мини-детский конструктор. Блюдце очень похоже на мэтпировское. А здесь также Дава Дымчик. Красиво, прям самолюбование в рот не ебись, да? Такой же, в принципе, шланг. Хотя, не, подожди, но здесь же, типа, подороже, блядь. Здесь должен быть получше шланг. Но если будет одинаково, то
Шланг такой же, к сожалению, шланг такой же. Абсолютно, идентично. Так, мы его пока положим туда. Так, давайте, собственно, собирать нашу карабеньку. Так, у нас есть основание, здесь должно быть 4 шарика. Мы сейчас 4 шарика закинем. А в комплекте их гораздо больше, и не похоже ли это на то, что они очень часто проебываются, поэтому ребята решили наложить их куда больше. Вот это что такое, я не могу понять. Здесь 2 штучки. А, ребят, ну, авион... Авиону огромный респект тогда, прям вообще красавцы. Ну-ка. Да, они позаботились сразу о том, что в комплекте идет уже 2 магнита. Это очень круто. Очень здорово. Так, давайте собирать. Я даже не знаю, с чего начать. Я не понимаю, что... Что это? Это стоямба. Это какой длины он должен быть? Ну-ка. Нет, тут по резьбе не подходит. Значит, сюда. Короче, парни, пока не догоняю. А, вот все, нашел. Так, посмотрим, как это соединится. Смотрите, 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 смотрите. Чпоньк! И не видно. Это 321-я медицинская сталь, и каждая деталь полирована лично. То есть, вручную каждую деталь полируют, понимаете? Это вам не машиночка, бля, искусственная. Это прям вручную. Своими ручками ребята полируют. Алло. Как мне сказали ребята, о том, что этой полировки в принципе похуй, если этот кальян не закинуть в песок и не катать его, собственно, по этому песку, да? Так, давайте теперь вот так. Здесь у нас тоже есть коннектор с орингом. Чпоньк. Ну, уже сочненько. И на самом деле я... Если вот он будет чуть покороче, а я его сейчас попробую сделать покороче, то я вам, ребят, честно скажу, это будет круче, чем Mad Pier Classic. Вот так вот, да, вот такая вот суровая правда. Это будет круче, чем Mad Pier Classic, потому что Mad Pier, он себя уже пережил. Да, он себя уже пережил. Ага, вот это мать-труба. Так, здесь есть, собственно, диффузорчик, тоже полированный лично. Прям реально, ребят, я прям реально люблю всю эту шнягу собирать, и это прям очень красивенько так, да? Так, у нас есть резиночка, тоже в комплекте идет под чашечку. И, собственно, резиночка вот сюда. Сейчас я наполирую ее. Так, да? Потом закручиваем нижнюю погружную. И мы уже примерно видим, как это все будет выглядеть. Немного длинноват. Я его сейчас попробую, собственно, ручно немного сделать короче. Так, что у нас еще интересного здесь есть? Так, денег нигде не спрятали? Нет, денег не спрятали. Жаль, жаль, жаль. Так, что касается мундштука, он тоже у нас сборный. Есть как бы так, и, скорее всего, это закручивается вот сюда. Ебать, я доктор Гаджет, нахуй. Инспектор Гаджет. Опа. Ну, мундштук здоровенский, прям очень круто смотрится. Причем он не такой прям тяжелый и громоздкий, что невозможно было бы его поднять. Так. Ага. Это, как я понял, тоже накручивается вот сюда. Типа сменяемая насадка. Диффузор, не диффузор и какой-то удлинитель, да? Нет, парни. А! Ебать, я еще и должен сам это собрать. Все, я понял. Да, там нет магнита, поэтому я должен это сделать сам. Я так волнуюсь, пиздец просто. Да, я один запасной. Мы берем магнитуху, магнето. Забрасываем его сюда. Я, прикиньте, сейчас чуть не охуел. Я думаю, бля, где у меня клапан, блядь? А он-то здесь, а этот за хуйня, походу, до мундштука. Это типа вот так. Во! Но ебать красиво! Так, да, теперь мы закручиваем заглушечку. Чтоб магнитик там остался.
И, собственно, у нас есть коннектор, мы проверяем. Оп, держится, заебись. Так, в принципе, все, давайте мы это выложим и уберем. Так, у нас есть колба. Так, окей. Так, секунду. Давайте мы установим блюдце. Ну, выглядит, парни, я вам скажу, шикарно. Очень шикарно. Однозначно. Вот эта вся полировочка, она прям смотрится очень хорошо. И причем все прям миллиметр в миллиметр подогнано. Ой, знаете, с чем я его сравню? С когда-то выпускаемым и существующим краснодарским кальяном под названием Даппер. Ребята тоже очень сильно заморачивались на том, как их кальян будет блестеть, как он будет выглядеть и как он круто будет сделан, да? Так. Заебись. Давайте бросать. Так, я не знаю, где какой вкус. Но в одной чашечке у нас северный босяцкое яблоко, а во второй у нас питерский табак под названием Trinity со вкусом Red Velvet. Давайте, сейчас будем угадывать, кто курица на дорогущем кальяне, а кто на бомжатском, да? Давайте, собственно, наверное, взорвем наш дорогой, как бы, да, дорогой, уважаемый кальян. Северному повезло, он курит на дорогом, он курится на дорогом кальяне. Продувается очень легко, колба выдувается давно, я это не замечал. Так, парни, камера у меня села, переходим на полевую съемочку, на фронтальную камеру айфончика, да? Так, давайте продолжим базарить про смарт, про новую модель, про дорогую модель. Я на самом деле тяга думал будет намного легче, нежели она сейчас, потому что... А погружная шахта таким размером, каких шахт ты, братан, еще не видал. Но очень круто. Тяга чуть легче средней тяги, но при этом очень такая с сопротивлением объемненькая и хорошая. Ну и северный, конечно же, на нем курица очень-очень сочненько. Так, идем к нашему Trinity, который у нас забит на модели Stick. Да, она у меня в упаковочке. Честно, в плане эстетики никакой разницы между кальянами нет, ну, за исключением цены, как бы, да? То есть курица не абсолютно одинаковая. И те парни, которые мне пишут, Тава, покупать палку или не покупать, ребят, как бы курица одинаковая, кальян почти за 12 тысяч рублей, да, смарт стоит, ну, около, среднее, статистически. И кальяном стик, который среднее, статистически стоит 3500. Разницы никакой нет, разница лишь только в эстетике. Ну и давайте интегрируем сюда еще раз компанию Marawood, которая делает крутые вставки, да, декоративные накладки. И получится, что вы обзаведетесь индивидуальным, эксклюзивным, limited, сука, edition кальяном Smart Stick.
Блять, что северная, что Тринити, прям заебок курица. Давайте теперь мы, собственно, прочитаем брошюрочки и сравним вообще, что это за продукт, да, вообще, что это за компания такая, Авион. Они начали работать в 2010 году, занимались кальянными, собственно, услугами. А, в городе Коломна, ребята, у них свое заведение есть. Изобрел вертикальную продувку. А, вот, основные критерии были качество изделия, подающий внешний вид, зеркальная полировка. Ребят, получилось. А потом и основные фишки, изобрел вертикальную продувку. Авион, кстати, походу, первый, кто сделал вертикальную продувку. Успешно копируется многими компаниями и производителями. В Одессе я не сказал бы, что копируется, а сказал бы, наверное, позаимствован. Все чертежи до финальной упаковки делал сам, кроме дизайнера и механической обработки. Ля-ля-ля, в 80 торговых точках и в 20 странах мира кальяны продаются. В 16 году по 19 было продано больше 1000 смартов. Партии делались долго, были листы ожидания. Ля-ля-ля, свыше 500, 5000 стиков, ребята, сделали. К вопросу, о, тут-то прикольно, вот тут-то вот назревает скандальчик. К вопросу о магнитном креплении касаемо компании Дениса Шевченко, Мэтт Пир, все было улажено лично, претензий никто не имеет. Да, сука, конфликт исчерпан. Да, спасибо сказано. Теперь давайте, собственно, глянем. Бля, ребят, нас они настолько охуенно заламинировали обычные листочки, это уже говорит о каком-то качестве. Так, давайте поговорим о нашем дорогущем кальяне. Это флагман компании Avion с моделью Smart Air. Изготовлен из 321-й медицинской нержавеющей стали с добавлением титана. Вертикальная четырехклапанная моментальная продувка «Патент». Отверстие для фиксации мундштука, порт на быстросъемном неодимовом магните, тоже патент. Полностью разборная шахта, разборный мундштук 10 мм, ля-ля-ля. Ребра на конусе для крепления фиксации чашки, ля-ля-ля-ля-ля. Так, высота в сборе 53 см, высота в сборе с дополнительной шахтой 65. Ага, вот этот кусочек, который у меня был, да, который я прикручивал, это дополнительная шахта, значит, она легко снимается. И можно сделать поменьше. Так, внутренний диаметр шахты 12 мм, вес шахты в сборе 1,5 кг. Так, а что у нас касается стика, да, тупо сравнить чисто. Тоже из медицинской стали 321. Минималистичный дизайн, легкий в транспортировке, уникальное прямое соединение погружной и верхней шахты через основание. Верхняя шахта играет также роль опорной площадки для фиксации шариков в момент продувки. Сегодня такое соединение уже набрало популярность. Да они ебаные новаторы, блядь. Они реально новаторы. Это люди, которые придумали кальян, блядь, чтоб вы знали. Вот ты сейчас куришь свой старый Халил Мамун, блядь. Знаешь, что его придумали ребята из компании Avion и дали это все народу. Погружная шахта с уровнем воды. Да, там есть такая засечка, но в рот она ебись, я наливаю столько, сколько я хочу. Так, высота в сборе 50 сантиметров, диаметр блюдца 180 миллиметров. Да, блюдце охуевшее и очень такое толстенькое. Длина мундштука 40, диаметр шариков 6 миллиметров, диаметр шахты 13. То есть на стике... Шахта на 1 мм по сечению больше, чем на смарте. Также, давайте, собственно, тут написано про чашечки, да, это вот такие, давайте про них тоже поговорим. Изготовлены из исинской черной глины для всех типов табаков, совместимо с коллаудом. Funnel забивка 10-18 грамм, Evil забивка 15-25 грамм, точная передача вкуса, жаростойкость, износостойкая, сделанная в России, город Коломна, ребят. Вам, конечно, респект за такой кальян, как R. Спасибо большое за то, что въебали туда мой логотипчик. Я прям счастлив. Я вам говорю спасибо, да? Курица, они... Хорошо, ладно, стоп. Давайте все это перемотаем. И подведем итоги по этим двум кальянам.
А что касается стика из-за вот этого полиэтилена, либо инженерного пластика, да, он называется по-разному, может, это вообще разные вещи, но очень похожие друг на друга. Я скажу так, что вот вам нужно немного уделить внимание качеству и, конечно же, финальному осмотру перед упаковкой. Потому что с него я вытащил очень много заусенчиков таких пластиковых, да? А, далее, по хули про палку говорить? Палка, которая курица, заебись. Ребят, меньше используйте стретча, в рот его нахуй, я или как, даже не распутал. А, хороший стик за свои бабки, но стики сейчас есть и дешевле, давайте не будем это скрывать. Но это как бы, это Авион, они придумали кальян. А, что касается модели Smart Air, то к ней вообще никаких претензий нет, прям вообще. Все очень круто, все очень блестяще, все очень хорошо. Тяжелый, хороший, дорогой кальян, который можно подарить твоей маме, да? И она скажет, ну, сынок, спасибо, это наркоман ебаный. Так, бля, хуй вы говорите, кальяны реально хороший Авион, делает качество, как и, допустим, есть очень качественные кальяны, но реально, я скажу так, если мы убираем верхнюю дополнительную шахту, делаем кальян чуть поменьше, ставим на охуенную пиздатую колбу, то я отдам реально предпочтение ему, нежели Мэтт Пиру. Вот сейчас серьезно, Мэтт Пир уже вот здесь. Ничего нового нету. Давайте ебать новую модель. Мини-мини, давайте новую модель. Охуительную. Вот тогда я подумаю, а вот пока вот для меня Авиончик будет в топе. Поэтому, ребят, это все. Это Дава Дым. Мы все курили на углях Фанконе. А на чашечках Дава Бренд. Они готовы к предзаказу, так что можете заказывать их. А, пишите, куда надо, и вам там пришлют, что надо. А где мы снимаем? Мы снимаем все это на моей студии. Студии, правда, нет. Я просто снимаю все это в компьютерном кальянном клубе Hookah Game 24, который находится на Новых Черемушках, и он круглосуточный. Так что, ребят, всем большое спасибо. Ну и курим мы Тринити из Санкт-Петербурга и, конечно же, Северный из Челябинска. Всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите, что вы думаете по кальянам Авион. И, конечно же, что круче, Авион или Мэтт Пир Классика.